Всем приветик, с вами Алена, и вы удивитесь, что случилось. Так вот, на мой канал пришел некий Линд Геймс. На его видео я делал реакцию пару видео назад. И он, кажется, новый воришка. Вот. Не кажется, или он тот Максим, который я родила ребенка от него. Нет, это другой. Ну, давайте посмотрим его видео. Первый это Зомби Хард. Нихер. Сегодня покажу, как создать Зомби Хард. Пишем в Яндексе. Зомби Хард. А это понятно, как можно взломать. Я ору Пихер Арт. Почему я ору Пихер Арт? Ну, еще он делал обзор на Пихер Арт. Почему я ору, как он пишет Пиксер? Вот следующее путешествие с Анджелой. Слово Анджела написано с буквой О. Как я обещал с Анджелой? И тут у нее голос поменялся. Окей, давайте попутешествуем сегодня. Сейчас убавлю звук. Давайте первым. Очень мало мест. Давайте в рай сначала. Монета фреш. Что это за шапка? Он впервые скачал Анжелу и не понимает, что это за шапка. Короче, фигня какая-то. Вот еще Анжела 2 купила новая одежду. Что за одежду? Алина, мой канал, вы смотрите наш канал Макс, и сегодня... Приветствие, украл у Дианы игрушки. Будем играть в Анжелу 2. Давно не играл в Анжелу 2. Давно не играл, но прошлый геймплей был записан 1 месяц назад. То есть недавно. Давайте, а я один там, у вас там. Если вы меня помните, у меня есть тоже... Ну а вот наши люди. Что это за канал? А, у тебя какой-то баг случился. А нет, показалось. Не дай Анжелку. У меня есть на YouTube канал. Давайте накормим Анжелку. Рита и Максим и Костя. Да, Анжелку забринила за стол. Это что за неожиданный пиар? Она на 54-й пришла. Ну, зачем дублейки мне? Я и там... Так... Где? Виноват. Ну, Анжелка... На-ка, держи кекс. А запить не хочется. Нам вот это вот. Давайте убавим звук. И дадим эту еду. Все. Это какой-то суп. Всё, больше не глотно. А ну-ка, быстро в туалет. Быстро в туалет. Он это что, раб Максима? Ребят, сегодня мы откроем новую еду в ресторане. А я не знала то, что Анжела работает в ресторане. Ну нет, было по факту. Поэтому не переключайтесь. Это что с волосами случилось? Промаливаем Анжелу. Все. Ты не промылся. Что она? Какая-то она странная. Ты просто одел первые попавшиеся одежды. И теперь Анжела гопник индус. День танцевал. Анжела, ты что весь день танцевала? Весь день танцевала? А что за сяпки? Она просто проснулась. Да. Вы не почистили зубы? Ты что, не заслуживаешь уход за Анжелой? Не почистили зубы. Давайте вот этой космической щеткой напользуемся. Улыбка, как у Анжелы один. Ну нет, я не знаю. За задним плане некие шуршания пакетов. Что это? Ну все. Ну, а мы с Анжелкой скушали кекс. А зачем ты не показал, как ты его приготовил?
И наша звездомотница на 5-й уровень перешла. Все ясно. Он только что сказал, скончал Анжелу. Я голоден. А у нас открылся мороженое. Ну, ну-то. Давайте, Зеля, давайте это скушаем. Там же голодна. И почисти. Она голодна? Она же только кекс съела. Жубы. 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 Почему Анжела чаще она хочет? Ну, и только подскажи. Что она хочет? Этот звук меня не наполнил. Всё. Его ничего не напомнило. Этот звук его ничего не напомнил. И он как-то моментально починил Анжелу. Полесили. Хватит. И в Анжелу в туалет нужно еще сходить. Все. Кстати, где звук приложения? Ну, чтобы Анжелка... Давайте снимем это. Сегодня зима. Холодно на дворе. Точно. Давайте оденем для суперзвезды. Я этого наряда не видел еще. Ага. Новый наряд. Да, когда в первый раз зашел в Анжелу, он не видел этого наряда. Давайте первый вариант. Сегодня она будет в этом первом наряде. Какой-то слишком летняя одежда для зимы. Ради ходить. Да, оно никогда не было у меня. На притёжку, к сожалению, у меня не будет. Очки не будем менять. Она так было, не... она не была с очками. Ну и давайте макияж сделаем. Розовые реснички, это обязательно. Ну вот, как я помню, давайте дальше тень наносим. Подводка для гавсов. Нет, синяя не подходит. Подводка для гавсов? За кого мы возьмем? Ой, да, давайте черную. Я же делаюсь. Давайте вот этой вот подводкой. Красивенькая очень. Да. И добавим, конечно, радужных румян. И давайте радужную помадку. Не яркая она. Давайте другую. О, два розовых. Первый и второй. Первый вариант, второй вариант. Пишите в комментариях. Но комментарии не были написаны. Что он вообще творит? Что он вообще творит, Саджин? Что за Атезду? Там не было никакой Атезу. Ну, а еще его есть только сериал «Первая любовь». Но она и так первая. И последняя. Отсылка до сериала «Секрет Токи». Потому что она уже беременна. И давайте посмотрим роды. Он просто взял из ВК. Привет, ребята, вы смотрите наш канал. Макс, сегодня будем снимать треть. Он просто взял видео с ВК, или он случайно туда загрузил. Серия «Первая любовь». Приятного просмотра. Ну что, мамочка, ты готова? Не хочу! Все. Скоро сделай на террасу. Да, нужно. Смотрите кишки. А какие еще кишки? У них-то вроды. Почка, мозг. Желудок и кишки какие-то. А почему он называл кишками мозг или что-то там? Какие кишки и почки? Сама офигел. Да не надо. Все, одевай срочно маску. Не хочу! Она не хочет рожать? А почему он остановил? Все, приступаем к операции. Он не знает, как выговорить это слово, а еще там доктор появился с воздуха. Все, начинаем операцию.
Давайте. Вот. Выглядит, как будто она умерла. И это что за странные роды? Чё ты орёшь? Что вы орёте? Как послушная жена. А фраза «что вы орёте» она вот говорит женщине или ему братьям? Давайте, давайте. Операция! Операция должна быть успешной. Так, давайте. Все, ребенок. Ребенок выходит. А где ребенок? А почему он снова остановил? Спустя минут. О, спустя минуты Лив закрылся. А, она телепортировалась ребенком с карточком и с подушкой. Что здесь вообще происходит? Он вообще видео взял из ВК почему-то. И туда снял. И туда из не скачал, а снял. Еще его там останавливал. Еще тут тоже сделать интро в капкут. Макс только. Аниме футажи тут. Неужели он анимешник? И всем привет, ребята, с вами я, Макс, и вы смотрите... Это что, его ос в Токи-Боки? Он хотел стать токотубером? Наш канал Макс. Сегодня в этом видео покажу, как сделать интро для вашего видео. Надеюсь, вам это видео понравится. Приятного всем просмотра. Если вы уже... Вы скачали Пинтерест, затем... Какой это Пинтерест? Это Капкут. Сняли аниме-гиф. Нам пора использовать Капкут. Я видео вам не буду показывать, потому... А какое видео? Что нету импортировать времени. Все, когда мы... А при чем тут суперсемейка? Зашли, переходим в новый проект. Импортировали то видео, которое мы создали. 16:9. Он что, хочет сделать интро из видео, которое он не скачивает, которое он не умеет как добавлять? Еще приближаем и обрежаем. Я, если видео ускорим. Почему там свалики смеха? Чё так типичные аниме-гифки? Гифки из типичного аниме. Дальше добавляем текст. Это же то самое видео, интро, которое он делал, которое показано в начале. Но он, как сказать, нету только тубер, он только учится, и надо еще добавлять превью. Вот следующее, пока ты тут с доброй душой. Вот давайте посмотрим этот трейлер. Всем привет, и вы смотрите трейлер к моему новому сериалу. А что тут забыли? Доктор и две девушки. Надо сначала видео подписывайтесь на канал. Вас не сложно, а мне приятно и необходимо. Приятного просмотра. Это он скопировал у блогеров, которые снимают Brawl Stars. Или которые снимают песни. Мама. О, у него только зависло. Вообще, топчик. Я не понимаю, что здесь происходит. Еще есть ящик Пандоры или уедем. Причем тут ящик Пандоры? Скачать только бока через S-проводник. А, это же старые только... Только бока способы, чтобы скачать взлом. Я так тоже пользовалась. О, тут еще есть поздравления с Новым годом. Ребятушки, всем привет! С Новым годом, 2019 года. И давайте снимем торт. А, она съела торт с свечками. И желаю аплодисмент. С Новым 2014 годом. Эй, чё вы кидаете бутылки на пол?
Давай. Теперь.